Видно меня? Да. Сейчас мы приехали в райцентр Саргатское. Сейчас проедем, я вам покажу примерно хотя бы, чтобы имели представление, что такое поселок городского типа Саргатское. Сейчас мы заезжаем с объездной дороги, поедем по магазинам. Получается, что обычно-то все едут вдоль Иртыша по трассе, и проезжает, значит, поселок, он остается как бы в стороне маленько. Сейчас туда поворачивай, чтобы чуть-чуть меня, чтобы было видно. Весь поселок, практически весь. Одноэтажные дома, частный сектор. Плотность населения здесь большая. 8 соток. Если вот покажи, есть ли двухэтажные дома? В основном в этих домах живут пенсионеры, соцкультработники. А народ преимущественно живет в частном секторе, в одноэтажных домах. Потому что жить удобнее на земле. Есть место, где машину поставить, хоть какой-то небольшой огородик. Вот сейчас мы на улицу заедем. Улица Строителей. Посмотрите, какая плотность населения. Земли вообще нет свободной. Вот туда посмотри. Стоит домик на 4 хозяина. То есть с левой и с правой стороны. И еще разделен вот этот двор, разделен на 2 хозяина. Вот есть большая. Огород крошечный, скотину держать вообще не могут. Сейчас до магазина мы доедем. Покажу, что такое магазин шаговой доступности. То есть на улице, улицы узенькие. Сейчас мы посмотрим, зайдем в магазин, покажу, что такое магазин шаговой доступности. Вот улица, и такие же вот улицы параллельные, через них тут есть проходы, переулочки. В общем, плотность населения большая. Магазин, ничего тут супер нет, но все, что нужно, можно и нужно купить, все есть. Нашей продукции нет на прилавке, потому что у нас и так раскупает, уже очередь стоит. Можно зайти, поговорить, посидеть, узнать новости. Продавцы тут очень хорошие, стаж работы большой, умеют работать, умеют с людьми общаться. И поверьте, они ходят на работу не для того, чтобы получить зарплату, а для того, чтобы не сидеть дома, вести активный образ жизни. Пожалуйста, вот мясные изделия, приправы самые различные, кондитерские изделия есть, любые бери. Пожалуйста, одеколон, батареечки, все, все можно зайти. Конечно, есть в райцентре и супер магазины, мега. Лента там есть, Магнит есть. Но это совсем другое. Магазин шаговой доступности — это контактный магазин. Здесь не просто можно прийти, купить, но и поговорить, побеседовать, узнать последние новости. Ну, в общем, сельский магазин. Ладно, пока хватит снимать.